Всем привет! Начинаем рисовать Twisted Chiku. Так, буду рисовать с клюва. У нее клюв такой огромный. Вот так намечаю. Так, ну я не знаю, как бы Twisted Chica она есть или нету, да, то есть как бы есть рисунок в интернете по Twisted Chica. Вот я сейчас как бы его модернизирую. Вот. Официально там не знаю, есть она или нету. Просто рисую большую пасть. Такой большой клюв. Вот так вот. Раз, два. Такие детали прорисовываю. Вот так вот. Ну, голова будет такая массивная. Вот. Значит, сразу здесь прорисовываю зубы. Вот такие. Рисую зубы таким вот рядом. Очень много зубов. Такие острые зубы, короче. Ну, чем страшнее зубы, тем прикольней. Так. А, значит, тут теперь намечаю расстояние, ну, для глаз дырки, да. Значит, здесь будет один глаз, сразу прорисовываю его. Тут, значит, зрачок такой. Вот так вот. Значит, тут детали делаю такие, как бы, неровности. Такие вот, ну, типа глаз такой, как бы, ну, поломанные такие части, да. Тоже это закрашиваю дырку черным, ну, чтобы сразу было видно, чтобы выделялось. Сразу намечаю здесь второй глаз, аналогично, да, то есть тоже рисую такую дырку, рисую здесь глаз. Тут получается глаз делаю, возьму розовым, прорисую розовым его, вот так вот. Но вот этот глаз тоже надо было розовым прорисовать. Поэтому сейчас здесь вот добавлю вот так вот. Так, тоже делаю дырку такую массивную. То есть вот так вот. Большая дыра. Вниз здесь. Вот так вот. Раз, два. Закрашиваю. Так, ну вот получается такая страшная уже чика видно. Значит, тут у нее как бы вот такие вот, ну, ответвления, да, такие, как бы прорисовываем голову, как бы части отступают. Идет сюда, сюда, вот так вот. Так, и сюда вот теперь прорисовываем вверх. Как бы такой полуовал такой, ну, полукруг, да, такой. Такая голова. Значит, здесь соединяю. Так, тут получается можно сделать какие-нибудь там трещинки такие небольшие. То есть вот так вот тоже дополнительно прорисовать, сделать как бы. Какие-нибудь дырочки тоже нарисовать. Пострашнее, чтобы была. Так, ну уже такая получается страшная. Значит, здесь прическа сверху. Такие лепестки рисую большие. Раз, два, три. Так, пасть у нее открытая. Поэтому здесь сейчас как бы важно, что сделать. У нее такой, важно прорисовать пасть. Значит, здесь рисую язык вот так вот. Сюда вот вывожу язык. Вот это будет пасть. Тоже прорисовываю ее.
так вот, раз, два, три, вот сюда язык. Вот такой страшный, да, то есть вот эта часть, нижняя челюсть, нижний клюв, тоже прорисовываю его. Так, теперь, значит, здесь завершаю детали. Вот, тут получается, можно прорисовать детали, как бы вот такие вот еще, ну, соединяющие, да, то есть прорисовать почетче. Начинаю здесь рисовать зубы, такие острые. Вот так вот. Тут получается как бы вторая челюсть. Тоже ее можно вот так вот сделать. Нарисовать здесь и нарисовать вот здесь вот зубы такие еще дополнительные. Вот, а это закрасить черным. Вот так вот, да. Ну и вот здесь тоже вот это все закрасить. Здесь тоже сверху вот так вот. Такая, чтобы пасть была более... Тут на языке можно такие как бы пупырышки нарисовать, чтобы он еще страшнее был. Вот так вот немного прорисовать его. Так, ну, получается мощная такая голова, да, такая страшная. Значит, здесь вот отсюда будет примерно идти туловище, здесь намечаю толщину в одну сторону и в другую. Значит, здесь получается толщина идет вниз. Вот здесь как бы фартук такой, да, вот этот вот, который на ней такой порванный. Рисую его частями. Тоже уменьшаем сейчас, чтобы было видно. Рисую частями, такими порванными. Ну, тоже свободно рисую, как мне нравится, да, то есть. Вот так вот, раз, два, прорисовал. Так, теперь, как бы здесь надо уместить надписи Let's Eat. Пишу. Вот так вот раз. Два. Три. И вопросы. Не вопросы, а восклицания. Вот такая надпись получается. Так. Ну, фартук, он скрывает часть корпуса, да, то есть поэтому здесь его будет не видно. Поэтому здесь корпус примерно вот отсюда начинаю прорисовывать. Здесь такая дырка будет. Здесь, в общем, тоже такая дырка сюда. Вот сюда, вот так вот. Тут, значит, в дырке глаза. Рисую. Такие они как бы будут светящиеся. Потом я прорисую зрачки уже, когда буду раскрашивать. Так. Надо рисовать от туловища, да? Поэтому здесь я намечаю, чтобы виднелся таз. Вот так вот. Раз, два.
опускаюсь ниже. Значит, тут рисую ногу. Нога должна быть такая, ну, как бы страшненькая такая. Такая накачанная, типа. Добавлю тут детали всяких разных. Ну, уже от себя, да, то есть, чтобы пострашнее была нога. Так. И рисую вторую ногу. Тоже аналогично сюда, сюда. Тоже вот так вот. Раз, два. Тоже дырка здесь такая большая в ноге. Тоже глаз такой. Добавлю неровностей всяких разных. Можно добавить всякие дыры здесь тоже. Здесь добавить. Чтобы пострашнее было. Так, опускаемся ниже, да, значит, здесь рисуем нижнюю часть ноги, то есть рисую вниз, уже куриную такую часть, сюда, так, сюда, сюда, вот так вот. И здесь получаются такие пальцы с когтями, и когти, да, огромные. То есть вот так вот все это прорисовываю. Раз, два. И аналогично с этой стороны. Такие огромные делаю когти. Ну, потом их надо будет закрасить, да? Так, тут, значит, дополнительные, как бы, неровности, да? Детали, значит, в виде таких полосок. Вот так вот. Чтоб нога пострашнее была, была как у курицы. Так. Вот, получается такая страшная нога. Ну и Чика уже вот во весь рост практически, да? Такая ужасная Чика. Здесь намечаю, значит, руку. Одна рука будет. Одна рука получается у него, у нее. Я нарисую ее вниз. Вот так вот. И здесь в руке кекс. Он как бы вросся в руку. Здесь получается вот такой вот кекс. Вот так вот его рисую. Тоже тут дырки такие для глаз. Сами глаза здесь закрашиваю. Так, тут вот эта часть получается самого кекса. И у кекса такой вот здесь в руке как бы рот. Огромный. И там такие зубы. Ну, здесь надо закрасить все это дело, да, то есть я закрашиваю. Тут можно дополнительно пририсовать детали, вот так вот, такие неровности на руке. Так она пострашнее будет. Так, значит, здесь получается свечка. Свечку потом тоже пламя сделаем уже, когда буду раскрашивать.
Так оно будет более красивое. Тут как бы рука такая. Рисую детали. И рука будет у меня вниз. Значит, здесь будет кисть, палец. Вот так вот. Раз, два. Огромная такая рука будет. Тут получается дырка. Тоже закрашиваю ее. Так, и здесь рисую пальцы. Вот так вот. В разные стороны. Ну, как бы задача какая сделать? Сделать такие огромные пальцы с когтями. То есть вот такая вот рука будет вообще страшная. Так, и теперь, значит, здесь намечаю вторую руку. Ну, тоже нарисую ее вниз, как бы. Тоже вот так вот аналогично буду рисовать. Рисую сюда. Здесь намечаю дырку такую. Тоже тут глаз такой. Закрашиваю. Можно добавить неровности всякие разные на руку. Так, что еще здесь? Здесь еще будут... Так, это потом, ладно, потом. Значит, здесь, получается, намечаю вторую руку. Вот так вот тоже рисую вниз. Тоже рисую пальцы. Огромные когти. То есть вот такая страшная рука получается. И раз, два, три. Как-то вот так вот. Значит, здесь тоже добавлю неровности. Вот таких вот. Значит, тут на этом, в принципе, почти готово, да, получается. Рука нарисована. Как бы дальше по деталям уже остается нарисовать такие вот, как бы, веревки на руках свисающие, это такие страшные. То есть тоже здесь вот я сделаю такие вот уже маркером, сделаю такие разводы. То есть вот так вот. Ну и аналогично с этой стороны тоже сделаю. Тоже вот так вот вниз, как бы висят. Вот, получается, теперь уже такая супер страшная чика. Кошмарная. Твистед. Так, ну теперь я ее раскрашиваю.